Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Сегодняшнее видео я записываю для своих партнеров в корпорации Constellation Luck. Что побудило меня записать вот это видео? Смотрите, дорогие друзья, на нашем с вами пути сегодня появилась очень замечательная возможность заработать огромные деньги. Огромные деньги. В этой корпорации заложены, ну вот, очень большие возможности. И как их быстро заработать, эти деньги? Необходимо воспользоваться системой. То есть подойти правильно, системно, не хаотично. Ну вот давайте по порядочку, да? Я в интернете уже не первый год, и у меня за это время наработался опыт. Я пробовал разные способы привлечения партнеров, и на сегодня у меня есть способ, который действительно приводит партнеров. Я проверил его на нескольких проектах, и он работает. Он очень хорошо работает. Ну вот смотрите, если вы опытный сетевик, если вы знаете, как приводить партнеров в свой бизнес, замечательно. Делайте это и переводите. Но если у вас нет опыта, я предлагаю вам использовать мой опыт привлечения партнеров и подойти к этому системно. Давайте я вам объясню все по порядочку, как это будет работать. Но вы должны следовать строго моим рекомендациям. Если вы не будете им следовать, то вы не получите такого результата. Здесь это важно понимать. Действия простые, несложные, но их необходимо делать. Давайте я вам расскажу, как это работает. Смотрите, для того, чтобы эта система начала работать, денежная машина, правильно, что нам необходимо? Это прежде всего, конечно, зарегистрироваться в нашей корпорации. И если вы еще не оплатили и не выбрали статус, то сделайте это как можно скорее. Но даже если вы не оплатили свой статус, вы уже можете проверить, как работает эта система. И потому вот ее можно давать даже вашим контактам, новичкам, и говорить, что они могут проверить нашу систему. Если вы будете сюда приглашать новичков, партнеров, они могут ее проверить, не вкладывая свои деньги. Я сейчас вам объясню все, и вы поймете. Для того, чтобы эта система начала работать, есть, на мой взгляд, три варианта. Первый вариант – это вы сами используете свои методы привлечения партнеров и приглашаете людей сюда, используя свои наработанные методы, которые у вас есть. Второй вариант – вы берете систему, которая есть в корпорации. Это дорогостоящий вариант. Вам корпорация после регистрации предложит зарегистрироваться вот на этой площадке Stellatiam, эта команда, и она даст вам инструменты, сайт-воронку, но этот инструмент, он платный. $10 в месяц, 25 в 3 месяца и 50 за 6 месяцев. Здесь 3 дня вы можете воспользоваться им бесплатно. Я его протестировал. Да, он работает, но это платный инструмент. Я же предлагаю вам пойти немножко другим путем и воспользоваться моей системой, которую я разработал буквально несколько дней назад. Почему я пришел к этой системе? Потому что я вижу, что некоторые мои партнеры сюда заходят, и они останавливаются. Они не знают, как работать, что делать, и для этого необходимы действия, чтобы получать здесь большие деньги. Мы все пришли в интернет за деньгами, и давайте будем их здесь зарабатывать. А зарабатывать мы их здесь будем легко, благодаря вот применению этой системы. Смотрите, повторяюсь, что необходимо делать. Вы приглашаете человека в корпорацию, вы говорите, как вот обычно делаю я, привет, говорю я, есть уникальная возможность, нужны деньги,
Заходи, все расскажу и покажу, как это работает. Можешь попробовать без вложений. Многие люди в интернете сегодня боятся вкладывать деньги. Они думают, что если им предлагают вложить деньги, то обязательно они их потеряют. Ну вот такая тенденция есть, потому что много лохотронов, много хайпов, пирамид, и люди боятся потерять свои деньги. Вы же можете предложить человеку воспользоваться нашей с вами системой, это будет наша общая с вами система, бесплатно, не вкладывая. Единственное, что он должен будет сделать, это пройти бесплатную регистрацию. Для чего? Для того, чтобы у него была ссылочка вот на этот сайт одностраничный, этот замечательный инструмент, который корпорация нам с вами дала бесплатно. Даже при бесплатной регистрации мы получаем вот такой замечательный одностраничный сайт. Он и будет нам помогать сюда приводить все новых и новых партнеров. Как это работает, я вам сейчас подробненько все расскажу. Здесь есть вся информация, здесь есть встроена ваша реферальная ссылочка, человек кликнет присоединиться, и он зарегистрируется в вашу структуру. Почему вот эта система, которую я вам предлагаю, она работает? Ну вот посмотрите, я в этой корпорации не так давно, меньше года, и вначале я вообще в ней не работал, а просто разбирался. Ну, как говорится, наблюдал, был наблюдателем. Работаю я здесь активно, ну, месяца, наверное, 4. И вот у меня уже структура более 40 человек. Вот это все люди, они зарегистрировались. Большинство из этих людей зарегистрировались самостоятельно, благодаря той системе, которую я применяю. Но я ее использую пока что сам один. Сегодня я хочу, чтобы эту систему мы все вместе использовали. Потому что вы мои партнеры, и для меня важно, чтобы вы тоже здесь начали зарабатывать. Вот это все моя структура. 42 человека. Смотрите, как будет работать система. Для того, чтобы она запустилась в работу, вам необходимо использовать веб-инструменты, которые у нас сегодня есть. Они бесплатные и они доступные. Один из самых мощных и работающих веб-инструментов для сетевика – это видеохостинг YouTube. Нравится вам это, не нравится, но это мощный инструмент, и он действительно работает. Я вам покажу сейчас, как это работает. Вы создаете свой канал. Не знаете, как это делать, я вам расскажу и покажу. У меня есть видео. Это несложно. Быстренько создадим канал. Это часть нашей системы. Мы создаем свой канал. Загружаем на него. Хорошо, если это ваши видео. То есть ваш материал, созданный вами. Нет, у нас огромное количество видео, которые дает нам корпорация. Там есть и мотивационные видео, там есть и презентации. Берем этот видеоматериал и загружаем на свой канал. Достаточно, ну, порядка 15-20 видеороликов. Но это не за один день. Это будет постепенно. Мы будем постепенно наполнять ваш канал видеоматериалом. Следующий момент. Этот видеоматериал, он уже сам по себе начинает работать. Сам по себе. Как только вы его загрузили на канал, он будет работать и уже приводить партнеров самостоятельно. Как это настроить, я вам все покажу. Но мы с вами будем своей дружной командой, всех, кто зарегистрировался в моей структуре, мы создадим общий скайп-чат и будем продвигать наши каналы, наши видеоматериалы. Заходить друг к другу на канал и писать комментарии, ставить лайки. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваше видео поднималось в рейтинге YouTube. Вот в качестве примера я вам хочу показать видео, которое я загрузил на свой канал. Еще сутки не прошли. Это было вчера. И это видео уже набрало
33 просмотра. И здесь стоит 7 лайков. И есть комментарий. О чем это говорит? Это говорит о том, что это видео, оно по истечению, может быть, нескольких дней, оно видеоканалом YouTube будет выдаваться в верхние топовые позиции по запросу «Как заработать в сети интернет-новичку». Человек придет в интернет на YouTube и сделает такой запрос вот здесь, в поиске на YouTube. «Как заработать в сети интернет-новичку». Ну, давайте проверим. Я, конечно, не уверен, сомневаюсь. Всего даже менее суток прошло, как загружено этот материал на YouTube. Попробуем сделать такой запрос. Что нам выдаст YouTube? Смотрите. Наше с вами видео, которое я загрузил вчера, оно еще здесь не отобразилось. Самые топовые позиции — это первые 3 страницы. Очень редко люди идут дальше 3 страниц. Ну, я сам так делаю, когда захожу и делаю запрос, я просматриваю где-то 3-4 страницы, не более. Потому что, ну, информация на одной странице, она как-то вроде не более полная, да. И я просматриваю 3-4 страницы первые, топовые. И вот смотрите, то видео, которое я выложил вчера, оно еще пока не показывается по этому запросу, как заработать в сети интернет-новичку. Но 2 других ролика, они на 2 странице моих. Это по нашей корпорации, с моего канала. Здесь есть ссылка для регистрации. Человек посмотрит и зарегистрируется. Пользователь, обычный пользователь сети, придет в интернет за этой информацией, он посмотрит и зарегистрируется. Второе видео тоже по нашей корпорации. Тоже есть ссылка для регистрации. Вот эти ролики, они переводят мне в структуру людей, партнеров. И также они будут приводить в вашу структуру партнеров, если вы будете тоже следовать моей системе, которая у меня проверена и она работает. Эти видеоролики загружены месяц назад. Ну, давайте, и этот тоже месяц назад. Ну, давайте наберемся терпения и подождем хотя бы месяц, чтобы у вас пошли партнеры. Но для этого вот в самом начале необходимо немножко поработать. Это вот как поезду тронуться с места, нужны локомотив, должен усилия очень сильные приложить, чтобы сдвинуть состав с места. Дальше он идет накатом. Дальше ему не надо прилагать такие усилия. Или автомобиль. Чтобы стронуться с места, вам необходимо нажать на газ, усилие какое-то, да, автомобилю. Включить пониженную передачу. Или самолету. Как взлетает самолет, видели, да? Тяжело. Турбины на полном режиме работают, да. Потом, когда самолет взлетел, включается автопилот, и все наслаждаются полетом. То же самое будет происходить у вас. Мы немножко вначале поработаем, потом мы будем наслаждаться полетом, друзья. Все, кто из вас, кто прислушается к моему предложению и воспользуется моей системой, у вас будут быстро строиться команды. Очень быстро. Но для этого вы должны мне хотя бы поверить, и я вам наглядно показываю, как это работает. И эту систему вы будете передавать своим партнерам, тех, кого будете приглашать. Она не сложная, она простая. Да, вот на 4-й позиции тоже есть мой материал, но это уже по другому проекту. Вот смотрите, друзья, это еще раз говорит о том, что вот этого проекта уже нет в живых. Это THW Global. Был такой проект, я тоже его рекламировал. Ну, это моя ошибка, необходимо этот видеоматериал удалить. Но вот в качестве примера я вам хочу показать, что эта система работает. Я уже не приглашаю в эту THW Global. Она не работает. Но тот материал, вот, который здесь размещен, он
YouTube выдается по запросу, как заработать в сети интернет новичку. И вот вкладка без вложений даже. Смотрите, это работает. Набираются просмотры. И это видео, оно еще будет долго сюда приглашать в THW Global партнеров. Хотя не работает уже этот проект. Но видео продолжает работать и приглашать сюда людей. Понимаете? Мне необходимо зайти и удалить это видео, чтобы люди не регистрировались сюда. Потому что этого проекта уже нет живых. Ну вот в качестве примера, чтобы вы поняли. Один раз настроили материал, разместили на своем канале, и оно будет приводить постоянно партнеров в ваш бизнес. Постоянно. Уже без вашего участия вы будете заниматься своими делами, отдыхать, делать какие-то действия и время от времени заходить к себе в корпорацию, видеть, как у вас растет структура, и снимать деньги, забирать свой доход. Ну и еще время от времени, конечно, поддерживать нашу с вами систему, делать несложные действия. Они будут занимать у вас несколько минут, от 20 до 25-30 минут ежедневно. Вы будете заходить, значит, и делать простые действия. Какие это действия, я вам расскажу уже в следующем видео, если вы присоединяетесь к этой системе, и мы начинаем по ней дружно работать. Вот это то, что я хотел вам предложить. Вы можете следовать своим способам заработка, но можете использовать мой опыт. У меня еще много интересных фишек. В дальнейшем я вам о них тоже расскажу. Это как использовать Skype и там рекламироваться, как делать привлекательные изображения и тоже рекламироваться в соцсетях. Кстати, используя вот эту вот систему продвижения видео своего, необходимо будет в социальных сетях, в таких как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, добавить к себе друзей, чтобы у вас было много друзей в ваших социальных сетях. Для чего это нужно, я вам тоже расскажу и покажу. Это наши партнеры. Те люди, которые находятся в социальных сетях, это наши с вами партнеры. И их надо постоянно себе в контакты добавлять. Ну, это уже следующая тема, следующего видео. А сегодня вот я хотел бы, чтобы вы поняли, что если вы будете следовать моей системе, если вы ее настроите по моей рекомендации, она будет работать и будет приводить к вам постоянно партнеров на автопилоте, практически на автопилоте. Итак, всем желаю успеха, всего вам доброго. Давайте будем вместе в нашей замечательной корпорации зарабатывать очень большие деньги. Вместе всегда легче пройти любой путь. Вы наберетесь опыта и в дальнейшем будете сами строить свои команды, применять эту систему, рассказывая ее своим партнерам. Они будут вас повторять, будут делать то же самое, и это будет как снежный ком, и вы за очень короткое время получите очень большие результаты. Удачи вам, друзья мои!